Всем привет! С вами я, Александр Навасов. В данном видеоролике сегодня я вам расскажу, где я был. Ребят, я здесь я уже не был где-то с 2016 года, я здесь не был. Представляете, с 2016 года я не был здесь. Вы помните это место по Антигриппер Шоу, когда я снимал Антигриппер Шоу? Да, это то же самое место, где я снимал Антигриппер Шоу. Да. Вот минутка влога немного. Снял влог. Всем пока. Итак, увы, мне приходится уходить с этого прикольного места, на котором я снимал Антигриппер Шоу. Я не помню, какую часть. Ну и этот влог, наверное, закончится, когда я дойду до конца этой улицы. Я здесь еще не снимал ни разу. Здесь асфальт положили за 2 года, когда я здесь был. Да, здесь не было асфальта еще до этого года. Здесь не было еще этого асфальта, по которому я иду. Он полностью новый асфальт. И такого асфальта еще не было. Вот и все.